краях Хмара. Сиськами, сиськами потрясинно! И поймешь, у них панцирь, ого-го, пули так и отскакивают. Махач за площадь революции после такого чисто прогулка будет. Да ну, вот им делать нехрен. В такое мочилово встревать. Парень, подкинь патрончик, а? У тебя-то полно. Эх, побольше бы таких гостей, как ты, парень. Спасибо. Опять икра. Я уже ее видеть не могу. Ты бы мне хлебушка достал, кто? А? Где же я тебе хлеб возьму? Его даже на Новокузнецке нет. Кто там? Покупайте, налетайте, разбирайте. Есть маслята, перья. Лучший тир в метро. Живы? Давай, на позицию. Маслята меняю, продаю, покупаю. Молодец! Держи патроны! Может, подымем ставки? Маслята, перья, гранаты! Наваливаемся, прошу! Пацанчики! Маслята меняю, продаю, покупаю! Хороший выстрел! Дал, стрелок. Держи. Вот специальный приз. Обычно мишени до вечера хватает. Ну да ничего. Гриль простаивать не будет. Маслята меняю, продаю, покупаю.
Маслята, перья, гранаты! Наваливаемся, пацанчики! Пацан, отвечаю! Осечек не будет, маслята! Отборные! Пацанчик, чисто конкретные маслята, реально, бери! Чисто реально жалко продавать! Такие отличные маслята не пожалеешь. Пацан, отвечаю. Осечек не будет. Маслята отборные. Пацанчик, чисто конкретные маслята. Реально, бери. Ну чё, пацанчик, заходи еще. Чисто конкретно, всегда рад. Маслята меняю, продаю, покупаю. Если хочешь еще пострелять, заходи завтра. Мой Мишка. Мама, Мишка вернулся! А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Ему этого Мишку Семен сверху принес. Игрушек здесь сами понимаете. Вот он и привязался так. Ну что, пошли домой? А можно я еще здесь поиграю? Хорошо, но только недолго. А потом пойдем домой. Есть маслята, перья, взрывчатка! Ваша, чисто шоколадница, реально! Давай, брателло, если что, заходи. Да что ты паришься? Успели аккуратно бежать. Мы просто стреку, никто и не прочухает. Бугор на месте? Ага. Вон туда давайте, по переходу. А, чешут как на параде. Скажи-ка я позырить, как там дверь, закрыта или нет.
Пойду позырю, как там чё. Чу? Видал того в шлеме? Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кисло еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Агитация там типа, все такое. Только есть маза. Что лажа все это про агитацию. Ну кто на чемодан с бумажками замок вешает? А чё ж там было-то? Так а то ж. Знать бы. Ну где там проверяющий этот? Да ща уже будет. Да меня уже запарило его ждать. Ну может приспичило, тебе-то чё? Так часов нету. Как знать, сколько нам еще до смены париться? Ну так, что ты там шо? А они тогда чё? Ну а чё? Так и поползли. А ты А у нас вот как-то тоже было. Вот, в общем, накатили мы с пацанами. Выберу, нормально так накатили, только шурачки не лазили. Ага, не лазили. Чё? Да вы же на посту давно. Надо походить. Не, ну когда уже пробовать меня, а?
могу честно. Да куда ты пробовал? Накрывали? За кого ты меня принимаешь? За кого же был? Да и нужна нам больно та агитация. Оттарабанили на Октябрьскую, дело с концом. Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач! Все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суть! Артем? Ах ты, сука! Ушел, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Надевай. Это тебе мой презент. За бандитов. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Вот оно, болото. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Ну все, с Богом. Удачи, Артем.
пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу.